За счет рифленого листа грязь на бортах не остается, соответственно, гнить борт не будет. Вот эта конструкция панели, она придает борту особую жесткость, при которой не требуются никакие стяжки при работе и так далее. Четвертый год подряд компания представляет свою продукцию на агрофоруме. На этот раз она презентует новую модель самосвальных кузовов. Специально для сельхозпроизводителей, главных клиентов фирмы, предусмотрена разгрузка на три стороны. Кузов поднимается назад до 65 градусов, а значит, на таком КАМАЗе зерно с комбайна можно сразу везти на мехток. Еще одно преимущество Алтай-Кузова – сочетание прочности с остальной легкостью, что особенно актуально при весовом контроле на дорогах.